Вот это да! Вот это грибочки растут у нас в Подмосковье. В такую жару-то. Обалдеть! Круто! Дорогие подписчики, гости моего канала, всех вас приветствую. Снова я все-таки выбрался в лес, хотя я думал, что, наверное, это был последний мой поход в тот раз, когда мы все-таки нарвали каких-то грибов, и решил проверить свой ельник. Еловый лес, который я очень люблю, в котором много-много, очень много белых грибов я насобирал, и решил вот все-таки, несмотря на этот зной, проверить, как тут обстоят дела. И вы знаете, только вот я вошел, и у меня даже уже есть что вам показать. Уже даже есть что показать. Наверное, минуты две я ходил всего лишь. И давайте с вами посмотрим, что можно найти в эту аномальную жару. Вот он, первый белый гриб. Первый белый гриб в елках. В этом году я один находил, большой. И там, кстати, шляпка была чистая, что меня очень удивило. Вот такой вот беленький. Конечно, наверное, максимум, что из него можно будет изъять, это кусочки. Какие-нибудь кусочки по бокам шляпки, потому что, ну, понятно, что сейчас, скорее всего, все будет червивое. Кстати, сидит очень прочно. Вот он, белый гриб. Весь в иголочках. О, вот такой, не самый, конечно, красивый, но не забывайте, что стоит жара. Сильная жара, и даже такие белые радуют, что растут в такую погоду. Ну что, продолжаем нашу грибалочку. Надеюсь, все будет хорошо у нас сегодня. И мы найдем еще своих беленьких. Ну что, сейчас нашел очень классный гриб. Белый гриб в такую жару. Вообще что-то невероятное происходит в лесу. Комары, конечно, летают. Извиняюсь, что руками так машу перед собой. Но я думаю, это стоит увидеть. Я очень рад, что я сегодня пошел в лес. Ну вот сейчас сами убедитесь. И увидите, какой классный белый гриб. Вот в таком вот лесу хожу, он вроде бы не совсем чистый ельник. В чистом ельнике все-таки гриба поменьше. Но обратить ваше внимание хочу на вот этот вот белый гриб, который растет, не знаю откуда вообще он берет влаги. Вот он. Вот такой вот белый гриб. Знаете, даже хочется его как-то вот телефон поставить. Я сейчас постараюсь прям... чтобы красиво поставить и сорвать этот белый гриб. Не, лучше вот так вот. Выкручиваются они сейчас не очень хорошо. О! Прошу ваше внимание сосредоточить на этом беленьком. Посмотрите, какой он классный. В такую жару. И вот этот белый гриб, возможно, даже что-то мы и на хавчик. Ну, в смысле на еду уж, извиняюсь, так выразился по-молодежному. Что-нибудь на еду мы здесь найдем. Красота! Ну вот, грибная удача и к нам добралась. У нас тут везде беленькие стоят. Целая поляна, представляете? Давайте вместе со мной пройдемся и посмотрим, что вообще я нашел. Есть грибы уже, которые, наверное, брать не стоит, как вот этот тут. Этот мы посмотрим, во всяком случае. Вот это монстр. Вот это монстряк у нас вырос, посмотрите. Как будто бы с дождями реально все в порядке. Так, положим его. Этот тоже у нас тут растет. О, а вот этот поинтереснее. Конечно, то, что с мясом я скрывать даже не буду, но... белые грибы есть. Белые грибы есть. Посмотрите, какие два здоровых белых. Это ж вообще, это просто феноменально, что они в такую погоду растут. А теперь давайте посмотрим более симпатичные экземпляры. Например, вот этот вот белый. Более симпатюшный. О, какой! Ха. Обалдеть! Так. Дальше. Вот он, беленький, растет у нас, более симпатичный тоже, поменьше, еще не раскрывшийся. Видите, какие пузатики? В такую жару-то, а? Во! Что у нас дальше? Это еще не все. Дальше.
Проходим, проходим. И видим, вот он. Тот большой, конечно, может, не будем срывать. А вот этого сорвем. Не, мягкий. Не будем его срывать. Все-таки не будем. А вот этих вот возьмем. Ну что, грибы есть. Грибы растут. И вот такая вот у нас грибная удача. Вот такая вот у нас грибная удача в такую жару и аномальную засуху. Классно! Ну что, сейчас я вам хочу показать то, что мы так все долго ждем и то, что мы так очень любим. Действительно, очень удивился. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, без дальнейшего это как бы перспективы, там, роста, волны какой-то. Но давайте посмотрим, что я нашел, и я уверен, вам понравится. Вот так вот иду я по своему ельнику. И посмотрите. И посмотрите, что я нашел. Вот это уже настоящий еловый белый гриб. Видите, у него ножка практически белоснежная. То есть это уже не колосовая форма какая-то там белого гриба. Это настоящий белый гриб. А именно белый гриб еловый. Молодой такой еще у нас совсем. Грибницу прикрываем. Даже они у нас умудрились как-то вот полезть в такую засушливую погоду. Но действительно, он очень красивый, он очень качественный. И если уж по чистоте сейчас сравнивать, то я думаю, это будет самый чистый белый гриб. Вот. Ну, может, еще что-то найдем. Давайте еще походим по этому еловому лесу. Вы думаете, я вам вот этот гриб хочу показать? Нет, хотя это тоже беленький, который зачах. Посмотрите. Посмотрите вот на это. И представьте себе, если бы в июле не было такой жары и прошли бы обильные дожди. Как вы думаете, какая бы была волна в елках? Обалдеть, вы просто посмотрите, они просто маленькие зачахли, походу. А вот большой, видимо, всю влагу выпил. И вот так вот у нас такой вот дуэтик. Не, ну это, конечно, да, это, конечно, чувствуется, что, конечно, быть бы дождь, если с прохладой. И это было бы, конечно, серьезная заявка на хороший слой. Но довольствуемся пока то, что природа дала. Не перестают удивлять грибочки. И именно белые грибочки. Сегодня такой конкретный день по белым грибам вышел. Я даже не думал, что столько найду. Посмотрите, какой беляк стоит. Еловый белый. Видите, у него опять ножка более белая, чем у колосового. Прочный-то какой. Ух. Ох. Вот это вот то, что так все мы ждем. И, к сожалению, то, что, наверное, не суждено этой волне быть, потому что... Хотя... Сейчас-то растут, посмотрите, какой беляк. Настоящий еловый белый гриб пошел в жару и в засуху. Я такого давно не припомню, чтобы такую погоду сухую. Так шли грибочки. Классно. Продолжается у нас грибалочка. На улице давно стоит жара, но свои беленькие мы все равно как-то находим. Представляете? Да, они, конечно, уже видно, что не первой свежести. Но смотрите, как он от солнца спрятался с северной стороны. Елки. Вот такой вот беляш. О, походу, еще и длинноногий. О! Ну, конечно, не самый лучший среднего возраста. Уже такой подходит уже жизнь его к концу. Но уж лучше мы посмотрим его и, может быть, какие-то кусочки настрижем, чем он совсем тут зачахнет. Влаги, наверное... Не хватает сейчас грибам катастрофически, но все-таки все равно это прикольно. Как уже убедился на днях, шампиньоны у нас тоже растут. И посмотрите, какой молодой экземпляр попался мне. Вот он-то. Вот такой вот шампиньончик. Что тоже весьма-весьма неплохо для такой погоды. Но пока мне все нравится в сегодняшнем дне. Продолжаем. А это у нас уже шампиньончики, тоже молодые. Вот он. Правда, червивый. Вот, но тем не менее.
И еще один маленький. О, так что шампиньоны тоже присутствуют в лесах пока. Вот. Но, конечно, большинство гриба червивые, что там говорить. Наверное, большая часть, скажем так. Ну что, вот и подошел конец нашей грибалочки. Вот такие вот у нас экземпляры, которые можно было взять. Вот. А дальше будем смотреть и проверять на наличие червивости, можно ли что-то там выбрать или нет. На данный момент в лесу очень сухо, однако грибы есть. Вот. Однако я внушаю оптимизм, то, что хотя бы вот эти вот грибочки окажутся чистыми. А также вот этот вот. Видите, прям сдвоенный. Вот этот точно будет уже червивый. Вот. Но что делать? Надеюсь, что-то у нас получится. Также были неплохие маховички. И на днях я убедился, то, что они даже довольно-таки чистые. Вот эти вот маховички я тоже взял. Очень выглядит прикольно. Вот. Так что грибы есть, но я думаю, считанные дни буквально им осталось. Останутся единичные грибочки, и, скорее всего, жара все-таки победит наши грибы. Вот. Надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Конечно, такие грибы я не очень люблю, но приходится наслаждаться даже такими экземплярами. Вот. Хотя и попались то, что я люблю. Вот. Вот это вот да. Вот эти вот беленькие действительно классные. Так что всем пока. До скорых встреч.